смотри, видишь, плывет. Если пройдешь инструктаж короткий, то ты тоже сможешь плавать. По парусам. Они не плавают, они ходят, да? Да. Попробуй, скажи, как плавает вот для нас. Спортивная площадка на понтонах. Прикольно. Не знаю, попробуй сейчас еще одну урвать. Ты пока сторожу ее, ладно? Окей. Пойдем, пойдем. В Бангкоке есть парки. Их немного, но они есть. И они зеленые и чистые. Но вот бываю я там очень-очень редко. Главная тому причина – это жара. Гулять в парке в 30-градусную жару – сомнительное удовольствие. Сегодня мы в парке Rama 9, где я попробую впервые покататься на сапсерфе. И это будет отличной тренировкой для нашей поездки предстоящей на озеро, где мы будем кататься на вейкбордах. В общем, это здоровенный парк, не очень популярный среди туристов, потому что он далеко от центра Бангкока. Я думаю, что немногие сюда доезжают. Но фишка этого парка не в здоровенной территории, а в том, что здесь можно покататься на великах, на каноэ, на каких-то парусных суднах и вот на сапсерфах. То есть это такая доска с веслом. Гребешь, плывешь. Все, готово. Блин, ребят, не очень хочу в воду. Точнее, вообще не хочу падать в воду. Она просто грязная, она стрёмная. Ты понял, в какой плоскости надо ставить ноги? Нет, нет. Развернись на 90 градусов налево. 90 градусов налево? Да. Как? Да, вот так. Вот. И ноги широко поставь. А в смысле, вот так вот надо стоять? Да, да. А, я думал, надо как на этом, как на серфе. Ну, сейчас бы думал, плавал и думал бы. Я думаю, тебе надо весло перевернуть, во-первых. Как? Так? Нет. Вот так, да. Ну, видишь, изогнуто? I'm sorry, I forgot. Слушай, давай возвращайся. Что надо сделать? Life jacket нужен. Бля, уплывает. Транспорт. Пожалуй, я поторопился называть вот это вот
катание на сапсерфе, тренировка перед катанием на вейкборде, потому что я думаю, что это просто, ну, кардинально разные вещи. Это, ну, такая очень легкая фигня, даже для человека не спортивного такого вот, совершенно не спортивного, как я, ну, пока вот я не упал в воду. А на вейкборде там вообще будет просто жара. А я еще хотел спросить, откуда они. Ну, поскольку она употребляет вот это вот фирменное К, то можно и не спрашивать. Девчонка первый раз встала на эту доску и не знает, как развернуться. А я думаю, она как-то быстро слишком плывет. Она такая просто плывет и плывет. Hi. So, you used to Russia, right? Yeah. 3 years ago. Yeah, so, 3 years ago. Did you like it? Really like it, yeah. But okay. Yeah. What exactly did you like? I think that, a food. Yeah. Food? Yeah. Really? What did you try? Oh, I forgot a name, but I think it's... Borscht? Yes. Pelmeni? Yes, and I went to the market. To the market. Did you try some Russian sweets? Yes, a small one, right? A small one that come with the box and has a... Okay. I'm sorry, I forget the name. Was it cold? Yes, very, really? Very cold. I went there in the winter. In winter? Yes. Okay. With what? My family. Really? Yeah. Your family? Yes. That's cool. So, what cities did you visit? Wait a minute. A capital city. Moscow. Yes, Moscow. And what about St. Petersburg? Yes, I went there too. Wait a minute. ที่ Moscow ที่มันมีไอเนี่ยอะไรนะไอที่มันมีแบบโดมอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะ Moscow แหละก็อยู่ Moscow จะเรียกว่าอะไรอ่ะหรอจตุรัสแดงค่ะRed Square. Red Square. Red Square. Yeah. Okay. So, oh, where are you from? From Russia. Oh, from Russia. Yeah, okay, yeah. It's good. So, have you been to Russia too? Yeah, really? Twice. I love it. Прикольно, рядом с парком есть поле для гольфа. Ни разу в гольф не играл, надо будет попробовать. Нагулялись, накатались, теперь можно и пиццу поесть. Пиццу поели, пиво попили, ну и покатались, конечно же. Круто день прошел. Рама Найн — это замечательный парк с огроменной территорией, со здоровенным озером. И всего за 41 бат, а это примерно 85 рублей, вы можете купить годовой абонемент и кататься там хоть каждый день на великах, на каноэ. Ну и также попробовать постоять на сапсерфе и покататься на этих парусных штуках. Не знаю точно, как называются. А вот рядом с этим парком есть мое самое любимое место в Бангкоке – Rod Fai Night Market. Он настолько здоровый и интересный, что для него я сделаю специальное видео. Думаю, что выйдет скоро. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось.